يبقى معنا أن المسلم لابد يفرق بين العلماء، علماء السنة، العلماء الذين عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا إليها واعتقدوها وقالوا بها، ومن يتشبه بالعلماء وليس منهم. نعم. Было упущено нами что? Еще одна основа. То, что мусульманин обязательно должен разделять между учеными, истинными учеными и учеными заблуждения. Учеными сунны и учеными заблуждения. نعم. هذا باختصار. Это вкратце. نعم. Если вкратце, то, что будет более подробно пройдено в дальнейшем. إذن أخذنا لماذا ندرس الأصول الستة. Теперь мы поняли, для чего, из-за чего, по какой причине мы изучаем эти шесть основ. وأخذنا ما هي الأصول الستة باختصار. Поняли вкратце, что это за шесть основ, о которых пойдет речь. وأخذنا العدد ستة هل يحدد أو يزاد عليه. И поняли, вот это шесть основ, они ограничены или можно ли к ним еще добавить? وقلنا يزاد عليه ليس محدد. Сказали, что к этим шести основам можно и другие основы религии добавить, они не ограничены. نعم. الدرس القادم نشرح إن شاء الله أصول الستة. На следующем уроке мы, иншаллах, подробно уже шесть этих основ будем разбирать.